Эй, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале PlayHome. Ну что, продолжаем с вами играть и проходить наш Forest Village. Продолжаем с ней развивать с вами нашу деревню. Сегодня я вам хочу показать много новых интересных строений, которые скачал. Также, естественно, это касается не только у нас строений, но и еды. И посмотрите, прямо здесь у нас с вами появилась теперь клубничка, орешки, разнообразные травушки, йогурты, разнообразные сырки, пивасик и разные прочие какие-то еще напитки. Пельмени. Твой мать, серьезно. Я даже не помню, чтобы я качал их. Но, однако, скачал, да. Пельмени, да. Есть у нас с вами пельмешки, фаршики разнообразные, ну и так далее. Даже мясорубки можем делать. Вот, это все мы с вами будем сегодня пробовать ставить. Единственное, что нюанс. Нам надо сегодня заняться немножко индастриал зоной. Мы с вами планировали, помните, как раз-таки вот в этой территории, на этой, точнее, территории этим заниматься. Сегодня будем развивать индустриальное направление. Значит, для этого нам потребуются некоторые вещи. Но единственное, что перед тем, как мы это все будем делать, я еще скачал вот такой большой амбар. Он намного больше вмещается у него ресурсов, чем в обычный. Мы его поставим как раз таки где-то вот тут. Потому что сообщение периодически выскакивает, что вот здесь уже он, видите, почти скоро будет заполнен. Тем более сейчас настала весна, и это все у нас превратится в некую утопию. Также, пока у нас с вами настала весна, мы сейчас проверяем по нашим полям, что здесь у нас все хорошо. Здесь у нас... что у нас здесь вообще? А, у нас здесь лен. Но его здесь не так уж и много осталось. Ну давайте, наверное... Хотя нет, наверное, этот год пропустим, не будем его взаимодействовать никак. Хотя, с другой стороны... Ладно, фиг с ним, пускай. Да, пускай будет находиться один человек здесь у нас. Траву мы точно убираем. Нам трава не нужна, 1300. Мы ее меняем на клубничку, на такую, да? И добавляем сюда тоже одного человека. Также у нас с вами поставлено поле для картошки. Ставим сюда и... Два человека здесь уже у нас есть. Ну и на пшенице у нас три человека. Все отлично, да. С этими мы разобрались с моментами. Значит, сейчас занесем ваших аватаров к нам в игру. Но пока мы это будем делать, пускай наши сотрудники что-нибудь там построят. А конкретно нам нужна вот такая вот построечка. Сейчас найду ее только. Блин, она где-то у нас была вот тут. Да, вот они у нас идут. Это вот у нас, точнее, плавильня. Плавильня и угольная печь. Значит, угольная печь у нас совсем небольшая. Давайте ее, наверное, поставим где-нибудь вот тут. В принципе, две штуки, да? Так, нам надо, кстати, будет колодец. У нас здесь очень много моментов с огнем будет связано, поэтому возможны пожары. Ну, давайте, наверное, ее вот так здесь сбоку поставим. Раз. А по поводу плавильни мы сделаем две штуки небольших. Одну мы поставим вот здесь, а одну вот здесь. Вот так вот. По-моему, отлично, да. Также давайте сразу вопрос решим и закроем с этим, с колодцем. Вот наш колодец, давайте, наверное, вот туда поставим вот в этом направлении, правильно? Ну, наверное, как-то так. Да, потихонечку будем образовывать нашу уже точку, и, естественно, надо будет нам еще сделать для производства инструментов. А, стоп, мы же уже ее сделали, да. Кузня, точно. Да, она нам больше не нужна, у нас здесь... Инструменты. Стальные есть инструменты и улучшенные есть инструменты. Отлично. Да, отлично. Все у нас это находится. Да, пускай начинает строиться, а мы с вами будем залетать сейчас в игрушку. И первым у нас вырывается это Хедлинг, дружище. Да, ты много писал, извини, не успевал тебя закинуть, а теперь ты среди нас. Добро пожаловать. А рядом с ним присоединяется сразу же Руслан Соколов. Тебе тоже привет. Рома Княженко, и тебе привет. Виталик Федоренко написал, он живет в деревне и не боится работы. Но нам такие люди нужны, поэтому добро пожаловать, дружище. Парнишка с ником Цезарь, вот захотел к нам попасть. Ну, с таким ником, я думаю, ты прям-таки угадал с местом. Добро пожаловать. И к нам еще заселяется Александр Штолис. Ты написал ник на английском, я, скорее всего, наверное, неправильно его прочитал, дружище. Но извиняй. В общем, ты понял, про кого идет речь, поэтому добро пожаловать. Ну и заселяем последнего, это Андрюху Тимофеева. Да, добро пожаловать, ребят, больше, к сожалению, у меня свободных персонажей нету. Поэтому, кто не попал в деревню, но кто хочет попасть, пишите в комментариях. Обязательно попадут все, рано или поздно попадут все, да. Но, к сожалению, тот самый момент, когда хочется сказать, что игра не резиновая и всех одновременно не получается заселить. Вот, да, игру снимаем с паузы, ускоряем немножко наших товарищей. Значит, что мы с вами хотели еще с вами сделать? С полями мы вроде как разобрались, да, у нас все они работают, все находится. Нам надо посмотреть по поводу новых построек сейчас. Один вот такие из таких домиков, да, это домик плотников. Давайте попробуем его где-нибудь поставить сейчас. У нас его, кстати, тоже нигде нету. Блин, а куда мы его внедрить бы его, а? Здесь не влезает. Может, здесь попробовать домик плотника поставить? Так, интересно, слушай, ну...
Деревянные инструменты они будут делать. Правда, это уже не особо нам требуется, потому что мы сейчас собираемся все-таки на железо с вами переходить. Ну, ладно, давайте попробуем все-таки его где-то здесь поставить, тогда пускай будет. А вдруг что, да, разнообразие пускай строится. Так, что у нас с вами еще тут из построек появилось? Так, ну это нам для более поздней игры, пока нам это не потребуется. Сначала нам надо сейчас вот как раз-таки вот эти точки быстренько достроить, а после уже продолжим. Кстати, появилась вот такая постройка, называется она Дайри. Ну, я так полагаю, это какая-то кафешка у нас здесь, да? Продукция какая-то будет происходить. Не знаю, только единственное, тоже опять вопрос, где ее ставить. Если нам ставить где-то здесь, здесь деревья уже не смогут расти. Но нам по-любому, наверное, эти домики надо будет сносить и делать перенос. Но и впритык так тоже здесь не получится ставить. Мы здесь собираемся сами стены возводить. Поэтому, ну ладно, давайте попробуем здесь ее возвести. Вот таким вот образом, бах. Да, а эти точки нам придется с вами сейчас рушить и делать им некий переезд. Так, это мы ставим на снос туда все, отлично. Да, они здесь уже абсолютно не нужны. Я думаю, наверное, одну мы точку поставим где-нибудь вот здесь, другую мы поставим где-нибудь вот тут, и одну мы поставим где-нибудь вот здесь, чтобы это, в принципе, у нас все было в таком, знаете, ну, в разных точках было производство дерева, посадка и срубка, естественно. Стена замка, кстати, достаточно дорогое удовольствие, но как очертить границы, наверное, в принципе, наверное, мы уже с вами можем их поставить, предположим, вот здесь, да? Вот так вот будет это все дело, будем продлевать сейчас. Слушай, да, очень дорого, я прямо вижу, как это, у нас сейчас камень будет моментально кончаться, но, повторюсь, для скелета, для очертания границ, ничего страшного, потратим немножечко, вот так вот, а здесь нам придется, она будет уже... закручивание делать. Интересно, как оно будет у нас выглядеть? Каким вот образом это состыковка будет происходить? Странно. А, ну здесь у нас, скорее всего, башню надо будет ставить, да? И она будет как некий коннект работать. Только здесь большие башни, а есть квадратные поменьше. Так, ну предположим, если мы ее оставим вот так вот. Правильно? В принципе, да. Ну как ни крути, тут без разницы, у нас со всех сторон одинаковая. Здесь дорожка прямо идет больше вбок, но мы ее здесь удлиним, это не проблема. Так, башня у нас как раз-таки стала в идеал. И теперь гоним отсюда стену, да? Получается вот таким вот образом. Бах, бах. Дальше. Вот здесь у нас должен быть вход. Так, этот дом мы потом будем сносить, потому что он абсолютно обычный, ветхий, уже он не нужен. Так, ворота у нас идут вот здесь. Ах ты, зараза, слушай, не состыковываются здесь. Здесь нужны работы нам проводить, значит, да? С ландшафтом поиграться. У нас здесь, получается, будет вход. И мы продлим еще кусок. Ну, в принципе, норм. В принципе, норм, да. Так мы себе это и представляли. И как раз-таки, чтобы у нас здесь не было стен, мы, скорее всего, оставим просто побережье такое, да, некий пляж. Он будет прямо находиться на территории. На территории замка, и здесь не будем угрожать стеной. Единственное, мы поставим колонны по бокам, ну, якобы, знаете, как для защиты. То есть, чисто декоративы, не более чем. Конечно, поселенцев наших озадачил по полной программе в плане стройки. Они пока вот начинают здесь таскать и делать, возводить стены, но это будет, конечно, очень долго. Это будет прямо такой, знаете, очень сложный труд. Тем более, еще здесь надо все построить, дома еще надо довозвести. И, помимо всего прочего, да, сейчас ускоренный режим включу, они еще тут у нас строят как раз-таки склад. Но это все такое, да. Здание почти заполнено. Но вот это сообщение постоянно уже выскакивает. У нас некуда складывать продукты. У нас очень много овощей. Очень много. В принципе, меда достаточно неплохо добывается. Ну и производство дополнительных продуктов у нас идет тоже. Смотрите, у нас муки 1,5 тонны. Ох, господи ты мой. Слушай, ну мы сами идем уже в хороший плюс. Единственное, нам надо будет сейчас, да, перенести все вот эти домики, когда они раздолбаются, да, на другие точки. В принципе, это, наверное, будет основа такая. Ну и, естественно, дальше... возводить и делать окантовку нашего замка. Кстати, в замке у нас с вами почти уже закончились изучение сельского хозяйства. Осталось буквально чуть-чуть. Я, ну, не знаю, сколько это в днях осталось, но я так полагаю, наверное, до конца 2013 года. Ну, точнее, просто 2013 года мы это по-любому успеем. Блин, здание заполнилось. Это какое здание-то? Какое он пишет у нас? Ну, да, у нас амбары заполняются. Амбары почти заполнены, да. Пипец. Конечно, огромное количество ресурсов, просто огромное.
раньше волновался, что не будет еды или будут вечно с ними проблемы, но посмотрите, у нас охотники, из-за того, что рядом хорошие леса, мы, ну, в принципе, их и не трогали, да, животные сюда постоянно возвращаются, мясо хорошо добывается. Яйца, у нас было огромное количество яиц, вот здесь у нас даже складируется это все дело, видите, да? Вот, сейчас его стало чуть поменьше, хотя вот здесь у нас 2600 штук, вот, но на склад не вмещается. Все уносится еще на переработку в другие, вот сюда у нас уносится на овощные пироги. То есть, в общем, производим еду вообще в нон-стопе. То есть, в принципе, на эту тему можно уже просто болт забить и просто заниматься именно стройкой. Ну что ж, наша угольная печь приготовилась. Нам теперь надо все назначить какого-то сотрудника. Соответственно, он у нас производит только уголь. И он на это будет брать дрова. То есть нам придется сейчас постоянно производить здесь. Где наши эти, господи? Не туда смотрю. Вот тут у нас они находятся, да? Ой, нет, не-не-не-не, не туда посмотрел, сори. Вот здесь у нас, да? Все время, чтобы кто-то находился. Кто-то производил дрова из наших бревен. Дальше остальные постройки у нас очень медленно строятся, конечно, из-за отсутствия инструментов, но это потребуется некое количество времени на то, чтобы все это дело возвести. А тем временем наш амбар построили. Смотрите, какой он большой. Он очень большой, в принципе, туда начали складировать уже эти. Не залезть никак, черт. Блин, сейчас мы туда внедримся. Сейчас я туда залезу. Каким-нибудь боком. Во! А у нас там складируется уже. Это кто у нас пришел? Хани и Крафт пришел. А это женщина незнакомая нам, по-любому. Да, и это у нас Рома пришел. Они таскают все потихонечку ресурсы. И, в принципе, это очень неудобно. Мы то, что расположили именно здесь, сразу же, ты боже, сразу с этих с полей, вы посмотрите. Господи, крутая клубничка. Охренеть. Да, поле клубники, блин. Кто больше любит клубнику или малину? Напишите, клубника или малина. Вот просто одно слово, клубника или малина в комментариях. Посмотрим, кого у нас больше. А лично я, наверное, предпочитаю клубничку. Такое ведро, точнее, целую ситу тащит. Вы посмотрите. 4 штуки. Что же они с арбузы размерами, что ли? Да. Вся у него авоська забита. Юра, кстати, у нас заливина начал потихонечку производить уже наш уголь. Небольшие партии, но небольшое количество, точнее, но начал уже появляться. Видите, складируется у нас вот здесь. Это не может не радовать, потому что, в принципе, мы теперь сможем наконец-таки начинать производить дополнительные вещи. Значит, нам потребуется в первую очередь чугун. Поэтому назначаем сюда человечка одного и, наверное, давайте пополам их. Одного на чугун, одного на сталь назначим. Так, Виталий здесь у нас работает, а здесь у нас работает Став. Да? Да, Виталий из Ростова и Став у нас будут, в принципе, работать в плавильнях вот, вот этих. Так, а здесь у нас что вообще? Простые инструменты. Требуется для этого у нас камень и бревна. В принципе, то это у нас есть. Давайте поставим одного человека. Тимур Турбо у нас будет заниматься и отвечать за простые инструменты. Хотя, с другой стороны, зачем нам вот здесь простые инструменты? Если мы с вами начали производить сталь, она у нас пошла, и мы можем спокойно делать уже стальные инструменты. Давайте, наверное, тогда, да, вот отсюда товарища мы одного убираем, а в кузню как раз-таки одного, или, наверное, даже двоих назначим. У нас здесь Джулия и Тимур Турбо как раз таки у нас сюда уходит и пойдет на эту кузню. Сейчас посмотрим, как они будут здесь работать у нас вообще. Во-первых, надо, чтобы они дошли до сюда. Ну вот, они начали потихонечку таскать сюда свои, себе точнее, ресурсы. Они принесли себе дров. И сейчас останется им притащить немножко слитков. Слитки у нас, кстати, сделаются вот тут. Правильно я понимаю? А, стоп, сталь, это же не то. Нет, это же надо им... Не просто вещь. Сначала тогда обратно ставим сюда одного человека. Пускай делают простые ресурсы, простые инструменты. А здесь нам, получается, нужна плавильня полноценная. А это у нас строится в другом месте. Как-то больно резко я, на самом деле, начал заморачиваться с железными инструментами. Давайте немножко тогда эту тему тормознем с ресурсами, чтобы не особо сливать их. Пока делаем деревяшку, деревянную обычную, да, простые инструменты. После этого уже начнем какие-то более серьезные делать вещи. Все постепенно. У нас тут небольшие проблемы. Не очень понял прикола. Мы здесь поставили картошку, потом, короче, она резко обвалилась. И, ну, в смысле, она была у нас была поставлена на посадку, а потом, короче, она пропала. Не очень понял этого прикола, но сейчас, конечно, уже сажать поздно, но надо будет это просто решить следующей весной. Либо глюк поле, либо, не знаю, почему-то она была, потом хрязь пропала, и опять, короче, я еще заново пришлось поставить. То есть они, получается, целый сезон, всю весну и лето просто болт забили на этот кусок поля. Странно.
Заметьте тот момент, что у нас вот эта постройка, да, крафтинг тейбл, это модифицированная точка у нас, мод скачанный. И домик плотника, это по сути одно и то же, они делают одни и те же вещи. Но я думаю, наверное, тогда вот этот дом потом снесем, поставим что-то более полезное, ибо вот эта точка у нас намного гармоничнее смотрится как раз-таки в нашем таком, знаете, индастриал уголке. Но это вопрос времени, пока пускай он стоит без действия, а позже мы его уже разберем. Насчет, кстати, яблочного сада, я прочитал все ваши комментарии, типа, обязательно надо его построить. Мы его обязательно, повторюсь, сделаем. Как раз где-то вот здесь, вот, наверное, таких размеров, или, может быть, даже, стоп, не то, вот он у нас. Может быть, даже больше каких-то вот таких, может быть, размеров мы его построим к следующему сезону. Я думаю, оптимальный вариант как раз-таки, если он у нас будет идти прямо-таки за этими двумя полями. Блин, как-то ты больно поздно за картошку-то взялась, если честно. Видно, вон у них, точнее, у нее саженцы пошли, но... Это уже даже поле замерзло. Вообще не вариант, черт подери. Да, вот и первый косяк. Вот это здание Дейри, оно у нас на самом деле кривое. Из-за нее мне приходилось три раза перезапускать игру. То есть она, короче, как только она достраивается, сразу багуется. Да, ну ладно, короче, что поделать. Тогда мы его сейчас сносим и на его место будем возводить какие-то другие постройки. Раз зашла тема про снос, давайте тогда вот этот дом тоже с вами снесем. У нас тем более вот этот домик уже, который находится вот здесь, многоэтажка почти достроился. А тут всего лишь 4 человека, но они как раз таки спокойно, смело туда у нас могут переселиться. Поэтому ставим на снос и отмечаем его галочкой как раз таки под разруху. Будем надеяться, что они успеют переселиться и никто не замерзнет. Начали стены очень быстро возводить. В принципе, некоторые части уже почти что наполовину готовы. Но нам с вами главное не забывать это про домики лесников. Давайте их как-то перенесем и расставим там, где они, в принципе, будут лучше всего и правильнее находиться. Ну, наверное, давайте одну точку мы поставим где-нибудь вот здесь. Это раз у нас домик лесника, да? Далее нам надо будет поставить один домик лесника, наверное, где-то вот в этом направлении. Около как раз-таки нашей хижины охотника, хотя около охотника наоборот, а он тут и так густой лес, нет смысла его вырубать. Хотя давайте вот здесь его поставим, прямо вот на этом месте. Вот так вот. И еще одну точку мы с вами поставим где-нибудь вот здесь. Сейчас мы найдем получше местечко, наверное. Вот тут у нас оно будет находиться. В принципе, здесь будет и вырубка у нас нормально идти, и точно такой же посев. Кстати, тем временем в замке у нас с вами все, что можно, уже выучилось. У нас открылись новые производства, лесоводство, земледелие и животноводство первого уровня. Ускоряет рост деревьев. Вот это, наверное, крутая штука, тем более достаточно недорогая. Однозначно давайте ее поставим на изучение. Сейчас они туда затащат ресурсов, и наши ученые начнут это все дело придумывать и изобретать. Наверное, это, скорее всего, какая-нибудь, наверное, ультраплодородная либо почва, либо какие-то прикормки, возможно, да, для того, чтобы земля стала быстрее давать какую-то энергию или прирост к нашим деревьям. А может, сами по себе просто деревья будут сами по себе просто расти. Ну вот, у нас стены, кстати, с вами готовы. Вот так они выглядят у нас в полностью построенном варианте. Я думал, на самом деле, они будут выше, но у них тут есть возможность прокачки. То есть, соответственно, можно сделать их, наверное, более матерые, более крепкие в плане улучшения. Но сначала давайте хотя бы возведем основу. Сделаем, да, повторюсь, тот самый скелет, после которого у нас уже, соответственно, будет возможность это все дело улучшать. Сначала надо это все будет окантовать, сначала надо будет все это внутри расположить, только уже после мы будем улучшать. Тем более, если честно, я очень сильно жду налетчиков, когда они нападут. Ну, интересно посмотреть, как будет деревня с ними сражаться. Лихо, конечно, накинулись на забор. Они прямо почти что его целиком все и построили. Осталось только вот эту башню доделать дозорную. И, в принципе, эта территория у них будет почти что добита. Естественно, они займутся уже разбором всех вот этих наших домов. Да, единственный такой нюанс, надо будет вопрос решить еще с казармами, солдатами. Если честно, я пока не очень понял, как и где их тут делать. Но я так понял, наверное, сами по себе наши жители будут вояками. То есть они сами по себе будут отбивать нападение от тех же самых налетчиков. То есть именно профессиональную армию мы здесь не сможем сделать. Хотя, может быть, просто я еще до этого не дошел. Посмотрим, разберемся. Я потому что играю вместе с вами. Вперед вас, и без вас я, в принципе, сейчас не снимаю и не записываю. Главное, надо проверить еще вот эту точку, где у нас с вами на полях не росла картошка. Однако теперь она у нас прямо вымахала. Однозначно. Пускай собирают, пускай находится. На всех полях сейчас находится у меня по 2 человека. Все, блин, я не могу мимо этого поля пройти просто. Оно шикарное, вы посмотрите. Идеально. Просто, блин, идеально. Единственная тут проблема сейчас возникла в другом. Я вот начал заниматься терраформированием и...
Чё-то у меня вот с этим куском здесь никак вообще не получается, но это, я так полагаю, сделаю вне ролика, вне записи, как раз-таки здесь все дело подготовим. А с вами уже на сериях будем дальше продолжать строить здесь стены и возводить наше укрепление. Ну, а эту серию, наверное, на этом моменте мы с вами закончим. Неплохо сегодня так построили, все по чуть-чуть. Кстати, разобрали все это ненужное нам хлам. И здесь, и здесь, и здесь точки наши были уже возведены. Естественно, там спокойно все дело настроится. Ну, и этот дом тоже у нас был снесен. Если хочешь попасть в серию, обязательно пиши в комментариях. Если понравилась серия, втыкай ролику лайкосик. А если еще был не подписан, обязательно подпишись. С вами был дядя Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.